Мы ждем в России избавления от казнокрадов и воров. Устал народ от обещаний пустых и бесполезных слов. В стране проблема долгостроя, в каком растет из года в год. И что бы не предпринималось, число обманутых растет. Мы хотим жить достойно и на равных правах. Твердо знаем, день настанет, будем жить в своих домах.